Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас разберемся, как выполнять задание номер 46. Вычислите устно. А. 515 разделить на 5. Б. 885 разделить на 5. В. 275 разделить на 25. Г. 1150 разделить на 50. Вспомним правила устного приема. Так, запишем сейчас под буквой А. 515 разделить на 5. Для того, чтобы вычислить устно, мы можем представить 515 как сумма чисел 500 и 15. Поделить на 5. Можно сначала 500 разделить на 5. Это будет 100. А затем 15 поделим на 5. Это будет 3. То есть получается ответ 103. 515 поделили на 5, получили 103. Следующее. Б. Так, 885 разделить на 5. Можно представить как сумма чисел 800 и 85. Также разделить на 5. 80 делим на 5 будет 16. А значит 800 поделить на 5 – 160. Точно так же. Запишем здесь 800 разделить на 5 плюс 85 разделить на 5. Здесь получаем 160 плюс 85 делим на 5. 85 можно опять-таки разбить как 80 и 5. 80 делим на 5, опять-таки это 16. 5 делим на 5 – 1. 16 плюс 1 будет 17. 160 плюс 17 – получаем 177. Следующее – В. 275 разделить на 25. Двадцать пять – это произведение чисел 5 и 5. Поэтому можно сначала 275 поделить на 5 и затем еще раз на 5. 275 можно разбить как 250 и 25. 250 поделить на 5 – это будет 50. 25 на 5 – это 5. 50 плюс 5 будет 55. В скобках получили 55. И делим еще раз на 5. Это 11. И последнее. Г. 1150 разделить на 50. На 50. Так. Здесь легче будет заменить. 1150 мы поделим. Так, 50 это произведение 10 и 5. То есть сначала лучше на 10 поделить, а затем и на 5. Делим на 10, то есть убираем один нолик, остается 115. И делим это на 5. 115 можно разбить как сумма 100 и 15. 100 поделить на 5 это 20, 15 на 5 – 3. 20 плюс 3 – 23. Посмотрите, можно применять разные приемы для вычисления устно при делении на числа 5, 25, 50. Задание выполнили. Если вы хотите найти больше видео по другим предметам, подписывайтесь на наш канал и задавайте вопросы в социальных сетях. Желаю удачи!